Здравствуйте, я Дмитрий Напалков, и в эфире программа «Врачи» на общественном телевидении России. Программа, которая рассказывает о первых признаках различных заболеваний и о том, чем современная медицина может помочь в их профилактике и лечении. Сегодня тема нашей программы – аритмии сердца. Что такое аритмия? Аритмия – это патологическое состояние, приводящее к нарушению частоты, ритмичности и последовательности возбуждения сокращения миокарда, то есть сердечной мышцы. Согласно статистике, аритмия выявляется практически у каждого третьего пациента среди госпитализированных в кардиологические клиники. В то же время аритмии встречаются и у здоровых людей. Самое трагичное, что внезапная сердечная смерть может стать первым и последним симптомом жизнеугрожающих аритмий. Крайне эффективным методом их профилактики на сегодняшний день является ИКД – имплантация кардиовертера-дефибриллятора. Что такое кардиовертер-дефибриллятор? Каков принцип его действия? Кому из пациентов показана установка, то есть имплантация данного устройства? Эти и другие вопросы мы обсудим сегодня в студии с нашим гостем. Игорь Алексеевич Хамногадаев, сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России. Автор 85 печатных работ, 2 патентов на изобретение. Направления научной деятельности – интервенционное лечение желудочковых аритмий, исследование функционального состояния миокарда при тахисистолических нарушениях ритма сердца, профилактика инсультов при фибрилляции и трепетании предсердий, исследование морфологических особенностей сердечно-сосудистой системы у больных с нарушением ритма и проводимости сердца. Здравствуйте, Игорь Алексеевич. Здравствуйте. Мне бы очень хотелось поговорить с вами сегодня о такой теме, как аритмия, потому что то, что связано с нашим сердцем, конечно же, вызывает самые большие тревоги. Скажите, пожалуйста, вот перебои в сердце – это единственное проявление аритмии? Вот когда человек чувствует себя как-то не так, какой-то дискомфорт? На самом деле перебои в работе сердца являются частым симптомом нарушение сердечного ритма, но не только они являются проявлением сердечной аритмии, нарушения ритма сердца. Особенно это заметно в детском возрасте. Вот, например, у детей такое нарушение ритма сердца, как фибрилляция предсердий, часто может проявляться потерей сознания, дискомфортом и болью в области грудной клетки. То есть то, что как раз для взрослых пациентов не характерно. У взрослых пациентов старше 18 лет нарушения сердечного ритма могут проявляться не только перебоями, но и чувством нехватки воздуха, замиранием, сердцебиением. Также могут появляться дискомфорт в области грудной клетки. Ну а часто это просто человек не может выполнить привычную для него физическую нагрузку, он не может подняться на первый, на второй этаж. И поэтому, естественно, к специалисту-аритмологу, то есть специалисту по нарушению, кардиолог, который маршрутизирует, направляет пациента к специалистам, которые как раз и занимаются устранением аритмии. Скажите, пожалуйста, а аритмия может протекать, она может иметь место, а пациент об этом не знает? Да, конечно, аритмия может быть полностью асимптомной. И как раз именно асимптомная аритмия наиболее страшна. Если мы видим врага, мы можем и подобрать и способ на него воздействия, и способ устранения заболевания. Но когда мы не знаем, что у человека данное нарушение ритма сердца, часто это бывает у больных с сахарным диабетом. Как ишемическая болезнь сердца протекает асимптомно, так и ряд нарушений ритма сердца у больных с сахарным диабетом также могут протекать асимптомно. И одним из первых проявлений аритмии может стать либо инсульт, либо клиническая смерть. Хотя не каждое проявление нарушения ритма сердца вот прямо сейчас приведет либо к инсульту, нарушению мозгового кровообращения, либо к внезапной смерти. Во-первых, это может быть легко устранено медикаментозной терапией. Это может вообще не повлиять никак на прогноз заболевания. Ну а в ряде случаев это может привести вот к этим катастрофическим последствиям. И именно поэтому, чтобы пациент не думал, не гадал, приведет к негативным последствиям это или не приведет, именно поэтому нужно своевременно обращаться к кардиологам, к специалистам по лечению аритмии. Правда ли, что первым методом диагностики аритмии является электрокардиограмма? Ну, конечно, после того, как врач пощупал у пациента пульс и провел аускультацию сердца.
Да, на самом деле регистрация электрокардиограммы является одним из основных методов диагностики аритмии. Это то, с чего мы начинаем. Хотя, как правило, нам потом приходится углубляться и проводить длительное мониторирование электрокардиограммы или дополнительные ультразвуковые методы исследования. В ряде случаев необходимо выполнять рентгенологические исследования, например, такие как мультиспиральная компьютерная томография, ну и ряд других, в том числе уже и инвазивных исследований, связанных с вмешательством в организм человека. Но первично, да, это электрокардиограмма, потому что, как мы с вами уже сказали, просто жалобы на сердцебиение, на перебои в работе сердца могут быть совершенно не связаны с жизнеугрожающими аритмиями, а могут быть и наоборот, быть их первым проявлением. Давайте мы посмотрим на нормальную кардиограмму и на кардиограмму с аритмией. И, давайте, конечно же, мы не хотим, чтобы наши пациенты сами начали ставить себе диагноз, но тем не менее объясним, что происходит с сердцем, вот если возникает аритмия. Мы видим два рисунка, слева и справа. На левом рисунке представлена нормальная деятельность работы сердца, синусовый ритм с нормальным предсердно-желудочковым проведением. Мы видим вот эту нормальную П-волну, которая отражает электрическую активность предсердий. Электрический импульс распространяется сначала по предсердиям, потом проходит через атриовентрикулярный узел и идет к желудочкам. На картинке справа мы видим патологическую аномальную работу сердца из-за развития так называемой фибрилляции. Электрического импульса по предсердиям. Также могут быть множественные очаги образования этих патологических импульсов. Вот если посмотреть в ясную погоду на звездное небо, мы видим, что оно полностью усыпано этими точками. Вот также и предсердия усыпаны вот этими патологическими водителями ритма, которые приводят к тому, что предсердия сокращаются с частотой 300-400 в минуту. И вот именно при этой аритмии в первую очередь у пациентов может случиться инсульт. Какие аритмии сами по себе опасны и могут привести к остановке сердца? Это те аритмии, которые связаны с патологическим ритмом желудочков, когда импульс в предсердиях не образовался, а другие водители ритма не взяли на себя его функцию. Сказали, раз сам не работаешь, мы за тебя работать не будем. Правильно. Когда развивается жизнеугрожающее состояние, остановка сердца, пациент теряет сознание, его, как правило, скорая помощь доставляет в клинику, где ему могут экстренно выполнить имплантацию электрокардиостимулятора. Другая ситуация, когда возникает нарушение проведения импульса от предсердий к желудочкам. В предсердиях импульс образовался, но мы так говорим, предсердие, на самом деле, это все сердце. Это все сердце. В предсердиях импульс образовался, но к желудочкам не провелся, потому что произошло прерывание электрической связи от предсердий и желудочков на уровне предсердно-желудочкового или, как мы его называем, атриовентрикулярного узла. То есть там произошел блок, блокада, да, проведения. Да, ну вот можно представить, если проводочек где-то переломить, да, то электрический импульс проводиться не будет и лампочка не загорится. Вот также не загорится эта лампочка в желудочках сердца, и они не сократятся. А это значит, что кровь не поступит ни в легкие для газообмена, ни в аорту, а значит, не поступит в головной мозг. И человек очень быстро может потерять сознание и при неблагоприятном стечении обстоятельств просто умереть. И вот третья, наверное, группа аритмий жизнеугрожающих – это желудочковые нарушения ритма сердца. Их можно разделить на врожденные или приобретенные. Ну, например, врожденные – это так называемые каналопатии, это больные синдромы. Как правило, все это проявляется в детском возрасте и становится причиной внезапной сердечной смерти. Вторая причина – приобретенная, когда на фоне других заболеваний условия, например, фиброз миокарда желудочков, формируются такие островки в сердце, которые не проводят электрический импульс, но вокруг которых может крутиться патологический импульс. Вот если себе представим ситуацию, когда вот мы в ванной сливаем воду, да, такая воронка крутится, да,
И вот также патологический импульс крутится вокруг вот этого фиброза левого желудочка. И именно это становится условием для развития жизнеугрожающих желудочковых аритмий. Игорь Алексеевич, скажите, пожалуйста, когда необходимо использовать силу электрического тока для того, чтобы восстанавливать нормальный синусовый ритм? История применения электричества для восстановления сердечного ритма началась с прошлого века. И сначала это применялось, когда синусовый узел прекращает свою работу или у нас есть нарушение атриоментрикулярной проводимости. Это мы говорим про имплантации электрокардиостимуляторов. Это первая ситуация, когда у человека брадикардия, и нужно заместить вводителя ритма, заместить проводящую систему сердца имплантом. Вторая ситуация, когда мы можем применять электричество для восстановления деятельности сердца при развитии аритмии, при фибрилляции. Например, фибрилляция предсердий может быть наружной, когда мы, ну все это видели много раз в фильмах, когда прикладывают такие два устройства к телу человека во время сердечно-легочной реанимации и подается разряд. Таким образом купируется, прерывается патологическая циркуляция ритма в сердце. Либо это устройство может быть имплантируемое. Это важно тогда, когда у пациента высокий риск внезапной сердечной смерти. И пациент не может все время находиться в клинике, это понятно и логично. Он должен дома все-таки бывать, жизнью заниматься. Тем более, что это часто люди трудоспособного возраста. Именно этой группе пациентов необходимо имплантировать устройство, которое будет следить за сердечным ритмом, это первое. А второе, при необходимости вмешиваться и купировать жизнеугрожающую аритмию, прерывая эту патологическую циркуляцию импульсов сердца. В ряде случаев фактически оживляя человека. Я так понимаю, что это устройство, которое гарантирует нашу безопасность, лежит у нас с вами на столе. Это, вот так он выглядит. Да, но это одна из модификаций кардиовертер-дефибриллятор. Их можно глобально разделить на два типа устройств. Это один из вариантов, когда устройство имплантируется внутрисердечно, внутрь сердца. Нужно сказать, что на сегодняшний день это одна из самых частых систем, которые имплантируются человеку. Под ключицей выполняется разрез небольшой. И электродики под контролем рентгена проводятся внутрь сердца. Проводятся электродики, один располагается в области межжелудочной перегородки, второй в области ушка правого предсердия, а третий через коронарный синус проводится в вены левого желудочка. И таким образом мы можем контролировать деятельность не только правого, но и левого желудочка, обеспечивать их правильное взаимодействие. И вот если вы присмотрите, здесь видны так называемые шоковые спирали, между которыми как раз и будет проводиться разряд в случае необходимости от корпуса к спиралям. Вот так это работает. И второй вид устройств, когда внутри сердца не находится никаких металлических структур. Это очень важно для больных, страдающих сахарным диабетом, у которых высокий риск инфекционных осложнений. Это первая группа пациентов или молодые пациенты, у которых мы ожидаем много-много-много десятилетий продолжительности жизни. Ну а если это все сочетается, молодые пациенты еще страдают сахарным диабетом, и у них высокий риск внезапной сердечной смерти, то, собственно, именно такой группе пациентов и показана имплантация вот именно такой полностью подкожной или, как мы ее называем, полностью экстракардиальной системы кардиовертера-дефибриллятора. Вот как раз на картинке видно, что мы определяем срединную линию и вот здесь выполняем небольшую насечку. В ряде случаев выполняется еще и вот здесь. И по боковую поверхность грудной клетки, вот сюда. И здесь нас уже ждет само устройство. И просто соединяется. Давайте посмотрим, как это выглядит. Ну, вот примерно, ну, примерно да. Вот так. Да. Да. А давайте посмотрим следующую картинку. Да. Ну да. Вот один из наших пациентов, которому успешно проведена данная имплантация. Этих контактов вот здесь и вот здесь. Система может детектировать жизнеугрожающее нарушение ритма сердца. И вот по этому проводу передает за доли секунды, передает в корпус устройства информацию о том, что человека нужно спасать.
Оказание высокотехнологичной помощи пациентам с аритмиями, естественно, происходит на просторах нашей большой-большой родины. Да. И сейчас мы с вами увидим сюжет, снятый в одном из крупнейших сердечно-сосудистых центров в городе Новосибирске. Давайте посмотрим на экран. В Новосибирске находится Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мишалкина. Мы приехали сюда для того, чтобы посмотреть, как имплантируется кардиовертер-дефибриллятор и узнать, для чего он необходим при нарушении сердечного ритма. Первая его задача – распознать это нарушение. И второе – это нанести вовремя терапию, так называемый разряд, который восстанавливает нормальный сердечный ритм и возвращает человека, по сути, к жизни. Как правило, такой прибор имплантируют в подкожно-жировую клетчатку или под большую грудную мышцу с левой стороны. Электроды имплантируются в сердце и подключаются вот к такому устройству. То есть вот здесь есть коннекторная часть, куда проводки подключаются. Соответственно, дальше происходит настройка аппарата. Прибор настраивают на частоту сердечных сокращений свыше 200 ударов в минуту. Такой ритм сердца воспринимается кардиовертером как угроза жизни, и он начинает работу, дает разряд. То есть разряд наносится в джоулях. По сути, если представить себе кардиовертер-дефибриллятор наружный, то, ну, видели, как происходит реанимация в разных фильмах, то есть это снаружи накладываются два электрода, то здесь это энергии требуется гораздо меньше, так как это происходит уже внутри грудной клетки и происходит восстановление ритма. Уникальность прибора в том, что он имеет и все функции кардиостимулятора, то есть задается диапазон нижней и верхней границы частоты сердечных сокращений. На сегодняшними диагностическими алгоритмами, где мы можем анализировать, как течет сама болезнь, там, сердечная недостаточность. Если, не дай бог, у него сердце плохо качает кровь и происходит застой крови в легких, например, аппарат тоже может это сообщать нам еще до того момента, когда человек ощущает уже симптомы сердечной недостаточности. Испытания первых кардиовертеров-дефибрилляторов проходили еще в 90-е годы. Начиная с 2000-х годов, их использование прочно вошло в практику крупных кардиологических центров, и сегодня они ежедневно спасают тысячи жизней. Игорь Алексеевич, да. Насколько сейчас доступно получить такую помощь, ну, например, в нашем городе, в Москве? Ну, в нашем городе, в Москве, и также в нашей стране эта помощь абсолютно доступна. Она гарантирована государством. Пациенты могут получить это устройство бесплатно? Конечно. Это высокотехнологичная медицинская помощь. Где ее можно получить? Ну, во-первых, ее можно получить в нашем центре, где я работаю, это ФГБУ НВИЦ эндокринологии. Вот мы часто говорили, что звучало больной с сахарным диабетом, больной с сахарным диабетом. Почему? Да потому что у больных как раз с сахарным диабетом и формируются условия для возникновения этих жизнеугрожающих аритмии. Ну и, собственно, именно поэтому в свое время академик Дедов Иван Иванович и решил создать в структуре Центра эндокринологии отделение хирургического лечения нарушения ритма сердца. Игорь Алексеевич, я знаю, что к нам в студию пришел ваш пациент, у которого как раз был установлен кардиовертер-дефибриллятор. Давайте пригласим его и побеседуем с ним. Александр Александрович, проходите к нам, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Да. Здравствуйте, Игорь Алексеевич. Игорь Алексеевич, знаете, да? Да. Прошу вас. Слава Богу, благодарю. Самое главное, что помогли вовремя. От этого улучшения, конечно, идет настроение, я так думаю. Отлично. Александр Александрович, расскажите историю вашей болезни, когда начались проблемы с сердцем, и немножко про себя, чтобы нам было понятно. Ну, проблемы с сердцем у меня достаточно. У меня случился инфаркт. 15 лет назад? Да, 15 А сколько вам было лет, когда у вас произошел инфаркт? Мне было тогда 42 года. О. Можно я сразу спрошу, Игорь Алексеевич, в 42 года инфаркт миокарда, конечно, уже нас ничем не удивишь, но не рановато ли? На самом деле, лет 10 назад мы говорили всем рановато, а сейчас мы видим пациентов и в 30 лет, у которых есть окклюзия ствола левой коронарной артерии. То есть вот так вот. Молодеет заболевание. Есть ли в каком-то смысле предрасполагающий фактор риска у Александра Александровича к этому? Ну, у Александровича есть. Он страдает сахарным диабетом. И сахарный диабет, это, как мы знаем, является
одним из основных факторов риска кардиогенных или сердечно-сосудистых осложнений. Итак, в 42 года вы впервые перенесли инфаркт. Поставили стенды, то есть их ставили несколько раз. Почему? Потому что атеросклероз сосудов у меня очень сильный, так сказать, прогрессирующий. Где-то лет через 5 после этого, это было уже, значит, в 2010 году, случайно был обнаружен, опять же, диабет. После этого у меня также случился инсульт. Летом этого года у меня вдруг повысился пульс. Пульс повысился до 100, до 110 ударов в минуту при покое. Вы это ощутили или просто при плановом измерении давления пульса обратили внимание? Нет, я это ощутил, потому что у меня, в принципе, нормальный пульс от 56 до 65, а тут у меня неожиданно повысился пульс до 110 ударов. Это прерывистый сон. Я обратился в институт эндокринологии. Почему? Потому что я уже там был пациентом. И мне повесили холтер. И холтер обнаружил то, что у меня идет неправильная работа сердца, аритмия. Мне сказали, что риск внезапной смерти очень велик. Угу. И слава богу, что это я обратился к таким врачам, как в институте эндокринологии. Огромное спасибо. Да, и великолепно организована работа института, прекрасно. И мне была предложена имплантация дефибриллятора. Долго принимали решение? Да нет, а как можно принимать долго решение, когда риск остановки сердца в любое время, в любую секунду, это, во-первых, неприятно с этим это осознавать. И то, что есть выход из положения, то есть можно имплантировать устройство, которое ограничит риск внезапной смерти и дает, конечно, сознание комфорта жизненного. Это, конечно, очень важно. Поэтому я абсолютно не раздумывал. И очень приятно, что мне было сделано такое предложение. Оно, я так понимаю, что было сделано, во-первых, очень вовремя. И, ну что говорить, последнее слово техники в организме – это… Согласен. Да. Как ваша жизнь с имплантируемым устройством? Что-то поменялось? Вы знаете, не поменялось, так сказать, ничего, кроме некоторого ощущения. Ну, понятно, что какое-то тело, к нему надо привыкнуть. Но сейчас, когда прошло уже порядка 3 месяцев после операции, я считаю, что, как говорят, все, слава богу, все, слава богу, да. Игорь Алексеевич, скажите, пожалуйста, а что за аритмия была у Александра Александровича? У Сан Саныча была жизнеугрожающая желудочковая аритмия, желудочковая тахикардия, полиморфная желудочковая тахикардия. В данном случае, почему мы выбрали именно вот такую систему? Ну, во-первых, не было показаний к кардиостимуляции как таковой, то есть не было редкого сердцебиения, то есть нам не нужна была кардиостимуляция. А вот это устройство, у него есть ограничение, оно не может работать как электрокардиостимулятор, оно именно для дефибрилляции. Нам нужно очень точно определить, до миллиметров определить положение и самого корпуса электрода, и шоковой спирали. И именно при определенном их соотношении, между ними находится сердце, у нас будет минимальный порог дефибрилляции, то есть будет минимальный расход электрической энергии, и сам разряд будет максимально эффективный, потому что здесь называется или пан, или пропал. То есть если устройство не сработает, мы потеряем человека. Цена ошибки очень высока. И у пациента сахарный диабет и высокие риски. Трудоспособного возраста. И вот это очень показательная история. И посмотрите, какую цепочку событий запустил сахарный диабет. Это, собственно, наш типичный пациент, который попадает в центр эндокринологии, и вокруг которого, как вокруг некого центра, да, как некого солнца во Вселенной, да, вот у нас крутятся все остальные планеты. Это специалисты разных профилей. Это и эндокринологи, это и кардиологи, и кардиохирурги, анестезиологи, врачи функциональной диагностики, которые ориентированы как раз на выявление таких заболеваний у больных, страдающих эндокринной патологией, страдающих сахарным диабетом. И поэтому требуется такой персонализированный, командный вот подход для лечения вот именно вот такой тяжелой группы пациентов. Вот мы можем посмотреть, прошло какое-то время, пациент полностью активен, он социализирован и, в принципе, трудоспособен.
Игорь Алексеевич, Александр Александрович, спасибо вам огромное, что вы пришли. И я думаю, что это очень оптимистично услышать логичную помощь все большему количеству людей. А действительно, они в этой помощи нуждаются. Самое главное – это вовремя обратиться к врачу, когда у вас появились опасные симптомы. Прислушивайтесь к своему сердцу. Не забывайте, что оно очень и очень значимо для нас. Ну что ж, вот, пожалуй, и все, о чем мы хотели рассказать вам в нашей сегодняшней программе. И помните, что осознание своей болезни и готовность лечиться – это уже первый шаг навстречу к исцелению. С вами была программа «Врачи». Смотрите нас на канале ОТР.